Так, добрый день, уважаемые коллекционеры. Начинаем бокс-брейк по коллекции. Ну, сейчас я это найдем. Так. Где у нас? Так, время у нас 14:19. Так, коллекция у нас «Зенит». Номер 1791 окончание будет. Так, участники вроде все. Эти две карты разыграем в обзоре, наверное, я думаю. Большую карту, я думаю, успеем вскрыть во время брейка, потому что тут всего 10 пакетов. Так, пишем, начинаем. Начинаем. Так, 14:20. Так, блок у нас вот он. Запечатанный номер 93-19-17-91. Так, ножичек где-то был. Тот же, как говорится. Листик. Вот она, огромнейшая карта. Дай положить-то тут так-то аккуратно. Вот тут с бачка. Так, вот пакеты. 3, 4 и 3. Блок пустой. Так, номер все тут же. Так, пакеты. Так, ну, поехали. Что-то тут уже есть. Так, поехали. Бобби Райан, Анахайм. Далее Илья Брызгалов, Феникс. Алекс Овечкин, Вашингтон. Семен Варламов, Вашингтон. И Сан-Хосе Эд Бельфур. Как раз у нас большая карта тоже Эд Бельфур, Торонто только. Ну, вроде бы он это обыкновенный. Или необыкновенный. Это вроде обыкновенный. Просто форма, наверное, такая яркая. Так, следующий пакет. А, вставка была здесь, да, вот. Пропустил что-то. Так, Андерсон, это у нас Оттава, Дэниел Сидин, это он с Ванкувер, Рик Нэш, Коламбус, Хенрик Зеттенберг, Детройт, и Ги Лафлер, Монреаль. Да, это, наверное, как он, ретро, что ли, как. Ага, вот у нас первая интересная карта. Так, Джордан Сталл, Питтсбург. Брэд Маршант, Бостон. Бефлигим,
Атланта, Рейн-Маун, Тампа. И первая у нас вот такая карта. Зенит Мозес или Мозаика. Ну, короче, Мозаика. Для Тампы у нас Малон, Хедман и Стемкос. И здесь же из этой тематики карты для Рейнджерс у нас Зуккарелло, Гэллахен и Лунквист. Джерси одна, в общем-то, так вот, я бы сказал. Тоже мозаик. Одиночная, короче. Толстый, давайте потоньше что-нибудь. Так, Браун, Лос-Анджелес, Лунквист, это у нас Рейнджерс, Стемкос, это у нас Тампа, Специя, Оттава, здесь у нас Рокки Ролл Келл, наверное, так, это у нас Сергей Бобровский, и ставка, Филадельфия. Так, следующий пакет, пятый. И здесь у нас Сидни Кросби. Далее Патрик Кен, Чикаго. Броссард, Коламбус. Дипьетро, Айлендерс. Патрик Руа, Монреаль. И еще одна джерси, только для Вашингтона уже, мозаик. Это у нас Кнубл, Ферн и Овечкин. Тоже одиночная. Вот такая вот красота. Ой, я тут прям сразу что-то выскочил в самом начале. Так, Йокинен. Каролина, Лед от Атланта, Рик Нэш у нас параллель, Зенитовская, Коламбус, номерной, 20 из 25. Коламбус, поздравляю с интересной картой. Так, куда я вот сюда, наверное, в центр зала. Оп, аккуратно. Так, Эриксон, Даллас и... Гифтерт Крайд Криндерс, наверное, так. Ну, короче, Бостон. Это Милан Лючич у нас. Так, шестой пакет. В принципе, там везде, наверное, ставки, поэтому они все толстыми, кажется. Так, полсчастная Колорадо. Эвандер Кейн, Атланта. Брайан Лич, Рейнджерс. Что-то новичков не пропустил я вроде. Ставка. Здесь у нас Дэнни Хитли, Сан-Хосе. И Джерома Гинла, Калгари. Так, здесь у нас Гагне, это Тампа, Ломбарди, Нэшвилл, Джерри Мирьоник, Филадельфия, ставочка, Мэтт Дюшен, Колорадо и Ремьер, Торонто. Где новички-то, что я пропускал их? Не попадали. Пока не было. Вроде бы. Так, это у нас девятый пакет. Угу.
Так, Патрик Эллис, Devils. Мартин Брадо, Devils. А, и там Devils, точно. Кари Лехтонен, Даллас. И вот у нас автограф. Паулин, Кевин. Для Айлендерс. Автограф на карте. И номерной. 867 из 999. Так. И здесь у нас Крейс Ворд для Детройта. Джим Ховард. Так, куда тут поставить? Тоже некуда. Так, ну и вставка. Так, ну и последний пакет. Так, здесь у нас Гагнер, Эдмонтон, Леопольд, Баффало, далее Дункан Кейт, Чикаго, здесь у нас параллельная красная, Брэндон Дубинский, Рейнджерс, ну не номерной, но красный. Так, ну и последнее, Мюллер, Нэшвилл. И вот новичок он как раз. Получается так, 648 из 999. Так, ну вроде бы не знаете. Вроде бы не пропускал. Нет, а вот один новичок. Так, ну обзор я, наверное, вместе с этим сделаю. С розыгрышем бонусных карт. Ну, давайте смотреть «Зенит здоровый». И Чикаго. Это у нас Джерри Мельёник. Так, ну давайте попробуем ее вскрыть как-то. Я что-то такие съемки вести не буду, конечно. Чуть-чуть. Опа, вроде бы аккуратно бы еще достать бы как. Тихо. Вот она. И это у нас Питтсбург. Оп. Эпикс. Крис Летанг. Вот такая карта. Так, ну можно, в принципе, обзор, время еще достаточно. Значит, карта у нас большая, их чуть-чуть повредили, конечно. Ну да ладно там, на стенке. Так, что у нас вышло? Значит, новичок один. Мюллер, Нэшвилл. Далее... автограф Паулин, Айлендерс,
номерное 867-999. Далее две джерси под серии Мозаик. Это Вашингтон и Рейнджерс. Оп, потом, значит, у нас Крайсворд, Детройт, Ховард. Это пока ладно. Мозаик обыкновенный, Нью-Джерси для Тампы. Новичок, Рокел, Сергей Бобровский, Филадельфия. Далее Gifted, наверное, так, Криндерс, Милан Лючич, Бостон. Параллель у нас красного цвета Red. Наверное, так, не номерная. Дубинский, опять же, Рейнджерс. И для Коламбуса у нас Рик Нэш. Это как голубая, там как ее правильно назвать, там какой цвет. Из 25. 20 из 25. Ну, в общем, ну самое главное, это карта в карте. Это Кристофер Летанг, Питтсбург Пингвинс. Ну, в общем-то, на этом все. Рандом бонусных карт, наверное, вечером сделаю. Так что всем спасибо. Жду в других моих брейках.